Познакомиться с миром женщины можно на одноименной ярмарке, открывшейся в выставочном зале «Экспо Одинцово». Порадуют посетителей разнообразные товары для дома. Готовые шторы, покрывала и полотенца, хлопковое постельное белье и домашние тапочки, фарфоровая и стеклянная посуда. Подарком на 8 марта могут стать авторские шелковые платки с мозаичным принтом, разноцветные сумки из натуральной кожи и ставропольская косметика с добавлением биокомпонентов. Широко представлены модные весенние женские куртки и жилеты, кофты и кардиганы, удобная демисезонная обувь и туфли, современные изделия из легкого трикотажа, а также повседневная и нарядная детская одежда из натуральных тканей. А к дачному сезону можно приобрести семена. Ярмарка будет работать по 6 марта.